с большим энтузиазмом. Что может быть лучше признания коллег по цеху? Ну, а это Света Путинцева, чемпионка мира по художественной гимнастике. И вы знаете, язык даже, друзья, не поворачивается сказать «бывшая гимнастка-художница». Потому что ее на чемпионате Европы 2006 года, который проходил осенью в Москве, проводили из большого спорта. Мне кажется, бывших гимнасток не бывает. Свою любовь к гимнастике, поэзию движения они помнят и будут хранить долгие годы. Да и выправку, я думаю, тоже. Света, по ее словам, лишь чуть-чуть придерживается ограничений в еде и, согласитесь, она в прекрасной форме находится. Сейчас она готовится к экзаменам для поступления в дипломатическую академию. Ну а ее партнер не первый раз участвует в гала-концертах и делает это с большим удовольствием. Мачи Шишковские, он профессиональный. Артист балета, закончил училище у себя на родине в Польше. А затем танцевал в труппе знаменитого Джона Нормайра. Да и гимнастике он близок совсем не случайно, потому что его мама Мария Шишковская, она член техкома Международной федерации гимнастики. Итак, звучит голос Лучано Паваротти в памяти Карузо. Да, действительно, браво. Прекрасный дуэт.